Обычно, когда мы играем в игры, мы в основном сосредоточены либо на геймплее, либо на истории, либо на том и другом, и на всякие мелочи вокруг особо не обращаем внимания. А ведь иногда некоторые непримечательные на первый взгляд детали окружения могут рассказать целую историю, либо поведать интересные подробности о мире игры, о которых не говорится в основном сюжете. Идея для этого видео пришла ко мне совершенно случайно, когда я в поисках местечка для постройки дома в Fallout 76 нашел небольшую землянку прямо под опорой лэб. Изначально я рассматривал это место исключительно как дополнительное помещение для моего поселения, но немного побродив по комнатам этого небольшого жилища, я задумался, какая история у этого места и есть ли она вообще? Что я узнаю, если начну всматриваться в детали окружения? На свое удивление, я увидел в этой непримечательной землянке весьма незавидную историю одной семьи. Семья эта состояла, скорее всего, если обратить внимание на кровати, из мамы с папой и пары детей. Также, судя по наличию печатной машинки в доме, один из родителей увлекался писательством и алкоголем. Рядом с кроватью родителей стоят две рамки с фотографиями природы, на одной из которых можно увидеть реку и лодку у берега. И если взглянуть на карту, то неподалеку можно обнаружить как раз-таки ту самую реку, куда семья периодически ходила, чтобы поплавать или порыбачить еще в довоенные годы. Да, именно в довоенные. Действие игры происходит в 2102 году, спустя всего 25 лет после начала войны, что объясняет более-менее нормальное состояние вещей в домике этой семьи, да и в целом в мире игры. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему эта семья вообще жила в этой хибаре в мирное время? Да я вот тоже. Мне кажется, это было что-то типа загородной дачи, где эта семья проводила выходные вдали от городской суеты. Правда, почему эта мини-дача, которая скорее больше походит на шалаш, построена прямо под опорой лэб, сказать затрудняюсь. Судя по игрушкам в детской, можно предположить, что детям было около 7 или 8 лет, и один из них был точно мальчик. Добро пожаловать в клуб гендерных предубеждений, мой друг. Родители, видимо, учили детей географии, а также математики и геометрии, судя по этой большой линейке и школьной доске на стене. Можно предположить, что кто-то из предков был учителем и с особым трепетом относился к образованию своих детей. Рядом с двухъярусной кроватью висят искусно оформленные настенные часы, на барельеф которых, вполне возможно, перед сном залипали дети, представляя, что они сами живут в этом уютном домике. Я был ребенком, я знаю, о чем говорю. Также, если обратить внимание на игрушечного коня и один из плакатов в доме, можно сделать вывод, что семейка была далеко не из бедных, ибо, я полагаю, не каждый мог себе позволить детскую игрушку за 16 тысяч долларов, плюс такую хорошую кухню с кулинарной роборукой и целый автомат с ядерколой. И все это в самодельном шалаше. Хотя, учитывая, как часто эти кони попадаются по всей игре, 16 тысяч долларов в мире Фоллача в довоенное время были примерно как 16 тысяч рублей в нашем мире. Итак, куда же пропала эта семья? Это была обычная суббота октября 2077 года. Пока дети игрались в детской, родители спокойно сидели на диване перед телевизором и что-то смотрели. Вдруг на изгибе лампового кинескопа появляется изображение с надписью «Please stand by», после чего диктор экстренно объявляет о начале ядерной войны и... эфир обрывается. Родители в спешке собрали все самое необходимое – еду, лекарства и запасную голову робо-коня, так как целого брать было нецелесообразно, ведь дети очень любили эту игрушку. Поэтому взяли только, да, голову, но это хоть что-то. Притянуто за уши, понимаю, но ведь так вполне, наверное, могло бы быть. Дальше вы поймете, почему я так акцентировал внимание на конской голове. Уходило семейство, видимо, в такой спешке, что отец просто выбил дверь ногой, и они направились к пещере на юге, через которую можно попасть в небольшое убежище, но добраться до него им так и не удалось. У входа в пещеру, что ведет к убежищу, затаился коготь смерти, и, к сожалению, на этой злополучной встрече жизни родителей и детей оборвались. О том, что это был именно коготь, говорит убитый Яугай, который, видимо, пытался посягнуть на потомство рогатого и тело мертвого брамина неподалеку. Небольшая справочка. Когти смерти были выведены военными учеными еще задолго до начала Великой войны, что вполне объясняет их наличие в этих глухих краях. Наверное, парочка зверюк как-то сбежала из одной из лабораторий и поселилась в этой пещере, о чем говорит куча пустых бочек из-под ядерного топлива при входе и еще целая фура на улице. Чем конкретно питаются когти смерти помимо плоти, конечно, мало известно, но, думаю, ядерное топливо для этих мутантов что-то вроде рисового пудинга, а в этом месте этого пудинга довольно много. Для чего в этом небольшом убежище нужно столько радиоактивного вещества, не знаю.
Наверное, чтобы питать энергией атома какие-то системы, ведь в мире Fallout на ядерной энергии работает почти все. Но вернемся к нашей несчастной семье. В груди человеческих костей у входа в пещеру я нашел как раз-таки ту самую голову от пони. Собственно, поэтому я и предположил, что эти кости принадлежат именно той самой семье. Но это лишь моя интерпретация. Вероятно, все могло быть и по-другому. Следующую историю я нашел неподалеку от места, где началась предыдущая. Покосившаяся башенка небольшой часовни привлекла мое внимание. Здание сильно порушено, и большая его часть находится под землей. Я решил забраться в башню часовни и, спустившись вниз по лестнице, обнаружил тело пастыря, а позади дверной проем с нарисованными крыльями по бокам. Ну, это точно тут не просто так, подумал я, и прошел дальше через вырытый, видимо, тем пастырем, тоннель. Хотя лопаты где-нибудь неподалеку я не нашел. Этот тоннель привел меня в жутковатое место, которое, полагаю, обустроил тот самый пастырь. Хотя, видимо, это был не просто какой-то священнослужитель, а настоящий сектант. Увы, ничего прямо-таки интересного в этом сектантском алтаре, кроме ритуального ножа и стола для жертвоприношений, я не нашел. Поэтому решил попробовать узнать, как этот святоша скоропостижнулся. Искать детали случившегося я начал, простите за тавтологию, с самого начала. Я вернулся обратно к телу сектанта. Следов насилия вокруг обнаружено не было, поэтому этот чудик, скорее всего, совершил самоантиоживление. Ну, вы знаете этих сектантов. Но как он самоантиоживился? Неподалеку в тумбочке я нашел пузырек с крысиным ядом. Думаю, он просто бахнул отраву для грызунов и отправился к праотцам. Но перед этим для храбрости хорошенько навернул водочки. Почему он это сделал? Да черт этих фанатиков знает. Наверное, хотел угодить своему божеству, тотемы, во имя которого он соорудил в своем жутком алтаре. Сами разрабы, конечно, вряд ли закладывали в этот элемент окружения именно то, что я тут увидел, но ведь история получается вполне складная. Также, параллельно со сбором всяческого хлама в Симсе для мальчиков, я наконец-то прошел киберпанк. Как и в случае с Fallout 76, мне также стало интересно поизучать различные с первого взгляда непримечательные детали в Найт-Сити. Каких-то историй, которые можно проследить по отдельным деталям, как в случае с Fallout, в киберпанке мне найти пока что не удалось. Возможно, про это будет отдельный видос, если что-нибудь обнаружу. Но узнать несколько мелочей, немного раскрывающих мир киберпанка, у меня все-таки получилось. Начать стоит с главного героя. Мы знаем, что Ви, по сути, простой наемник. Вне зависимости от того, какую предысторию ты выбрал. Дитя улиц, кочевник или корпорат, это не имеет значения. Также мы знаем, что Ви — хороший друг, если судить по его отношениям с Джеки, Мисти, Джуди, если играть за мужчину, или, скажем, с Виктором Вектором. Еще и кошечек уличных гладит, ну что за святой человек. Ну да ладно, это все на поверхности. Мне же интересно рассмотреть Ви с точки зрения его быта, и что этот быт может нам о нашем герое поведать. И первое, что приходит на ум, разумеется, квартира нашего протагониста. Если взглянуть на рабочий стол Винсента, среди бумажек можно разглядеть договор об аренде. В нем говорится, что Ви живет тут как минимум 7 лет. Договор вступил в силу 27 октября 70 года, когда главному герою было всего 17 лет. Уже в таком юном возрасте наш парень был весьма самостоятельным, что похвально. Кроме договора об аренде, на столе Ви разбросаны еще несколько листовок с любопытным содержанием. Например, это, на которой расписан некий свод жизненных истин по типу «Семья — это один из величайших даров свыше. Не принимайте их как должное». Или «Чтобы сохранить здоровые отношения, нам следует порой идти на компромисс и решать проблему». На бумажке слева выписан список советов, как начать чувствовать себя лучше. Начни делать то, что сделает тебя счастливым. Попробуй пойти куда-нибудь с друзьями, посмотри любимый фильм. Поговори со своим другом, найди компанию, в которой ты будешь чувствовать себя как дома. Выйди на улицу и потрогай траву. Это уже совет от меня. Нет, серьезно, сходи, прогуляйся, купи мороженку, подыши свежим воздухом, не знаю. Только ты сначала видос досмотри, ага, все, да. На столе рядом стоит парочка коробок. На этикетке ничего конкретного не сказано, но, судя по надписи, там лежат какие-нибудь импланты или что-то типа того, потому что в первом пункте сказано «Не пытайтесь разбивать или обслуживать аккумуляторный блок». А рядом стоит коробка с пузырьками какого-то вещества. Скорее всего, это какой-то препарат для людей, у которых есть импланты, чтобы блокировать отторжение иммунитетом инородных предметов. Ну, не знаю, мне так кажется. Да и выглядит все вполне логично. Но это все бытовуха. Что там по увлечениям Винсента?
Ну, из того, что более-менее известно, это то, что Ви увлекается спортом, баскетом и боксом. Рядом с его квартиркой есть даже небольшой ринг с робобоксером. Кстати, на почве увлечения боксом, наверное, Ви с Виктором Вектором и сдружились. Еще Ви катается на серфе. Правда, где он это делает? Нормального пляжа в Нет-Сити толком нет. Разве что где-то далеко в другом месте, что более вероятно. Либо же это просто сувенир. На кровати у Ви можно найти журнальчик интимного характера с мужиком на обложке. Правильно, Ви, тян не нужны. А рядом бульварное чтиво «Тысяча ударов в секунду» за авторством некой Оливии Локмар про девушку, которая внезапно узнала, что на самом деле ее партнер не человек, а робот. Типичная ситуация в таком сеттинге, ей следовало такого ожидать. Я хотел поизучать и другие книжки, которые лежат у Ви на полках, но обнаружил, что абсолютно такие же есть в квартире и у Джуди, и много где еще. Весь Найт-Сити, походу, читает одно и то же. И, кстати, насчет Найт-Сити. Предлагаю прогуляться по его улицам и посмотреть, что они нам расскажут о городе и мире игры в целом. Прогулку начать, думаю, стоит с Пасифики, самого неблагополучного района города, ведь если хочешь увидеть настоящий город, какой он есть, стоит заглянуть в самый его худший район. В Пасифике очень многие живут в палатках, соседствуя с горами мусора, а кто-то и вовсе обходится только потасканным матрасом под открытым небом. Контингент района более чем ему соответствует. Начиная с фрика, который зазывает народ отпраздновать похищение пришельцами своей жены и детей, заканчивая вооруженными группировками. Пасифика, она как сточная канава. В нее стекаются все отбросы общества Найт-Сити и люди, которым просто-напросто негде жить. Некоторые бездомные все же остаются в цивилизованных районах города, живя в палатках где-то под мостовой даже в центральном районе, не рискуя идти до Пасифики. И я их прекрасно понимаю. Хотя, если присмотреться повнимательнее, то даже самый вылизанный на первый взгляд район Найт-Сити ничем не лучше Пасифики. Стоит тебе немного отойти за угол, и там, пожалуйста, горы мусора и какие-то сомнительные личности. Да что уж там, в самом центре города развернули свой лагерь, наверное, самые чокнутые ребята из Найт-Сити, группировка Мальстрём. А где-то неподалеку, среди какой-то свалки, намечается расправа над каким-то бедолагой. То есть, по сути, Пасифика — это просто гипербола сущности всего Найт-Сити. Чего только стоит реклама в этом городе, разбор которой заслуживает отдельного видео. Но несколько примеров я тут все же рассмотрю, потому что именно через рекламу мы можем довольно много узнать об этом городе и его людях. Найт-Сити славится своим высоким уровнем преступности, поэтому, чтобы в безопасности были все, оружие для всей семьи тут обычное дело. А если взять во внимание, что в Найт-Сити разрешена реклама алкоголя, соседствующая с рекламой оружия, уберите из этого уравнения хотя бы одну переменную, и уровень хаоса в городе снизится. Но это не точно. С питьевой водой в городе ночи дела обстоят тоже нерадужно. За один галлон, а это немногим больше 3,5 литров, жителю Найт-Сити придется отдать почти 100 евро-долларов. Учитывая цены на продукты и сколько люди носят с собой денег, 99 евро-долларов за 3,5 литра воды – это как-то многовато. При том, что это только для новых клиентов такая цена. Для постоянных, скорее всего, и того выше. С такими расценками проще попить воды из лужи, хотя я бы не рискнул. Ибо если взглянуть на этот рекламный ролик страховой компании, вода в этой луже может быть радиоактивна. Экологическая обстановка в Найт-Сити вообще не очень, если так посмотреть. Даже вывоз мусора на утилизацию далеко в Антарктику не помогает очистить улицы города от гор отходов. И это при том, что скорость утилизации мусора в 2071 году уже была удвоена. Страшно подумать, насколько в Найт-Сити было грязно до 71 года. Разбирать всю рекламу в рамках этого ролика я не буду, ибо видео сильно затянется, но то, что мы уже разобрали, хотя бы немного, но раскрывает мир игры чуть сильнее, чем при обычном прохождении. Позволь мне тебя немного отвлечь и прорекламировать мой телеграм-канал, где я разыгрываю ключик на Helldivers 2, как только там наберется 50 подписчиков. Не упусти шанс заполучить халявную игрушку, конец рекламы. Незадолго до покорения Найт-Сити я успел побывать еще в Даунауле с Карнакой.
После полного прохождения Dishonored 2 дает возможность тонко настроить уровень сложности, чем я и воспользовался, выставив все на самый низ, чтобы без особых проблем быстро зачистить нужные мне локации для дальнейшего изучения. После вступительной катсцены нас переносят в покои королевы Эмили, на рабочем столе которой я первым делом обратил внимание на календарь, в котором, в отличие от нашего, 13 месяцев, в каждом из которых ровно по 28 дней. Но при этом год в мире игры длится 364 дня, всего на один день меньше нашего. Ну, либо на 2 дня, если брать в расчет високосные годы. На полу у стола можно увидеть записку от секретаря королевы, откуда можно узнать, что в этом мире открыты еще далеко не все земли. Судно «Быстрая овсянка»... «Быстрая овсянка»... обнаружило новые острова у Пандусии. Действие игры, к слову, происходит на островах Гристоль и Серконос. Пандусия же — это крупный материк на востоке от островов. В другой записке говорится о подготовке к торжественному спуску на воду судна Джессамина Колдуин, названного в честь убитой в первой части королевы. В башне можно найти картину, написанную по мотивам спуска судна на воду. Ракурс, правда, выбран довольно странный. На просторах королевской обители я нашел книгу о традициях мореплавания и резьбе по кости, где говорится о тех самых амулетах, которые можно найти на каждой локации, чтобы немного прокачать свои умения. Оказывается, этими амулетами пользуются и в простых бытовых делах. Некоторые амулеты повышают любовную силу, ну, вы понимаете, о чем речь, а какие-то используются тупо как противозачаточные, что, правда, не особо помогло Корва, но да ладно. Выбравшись на улицу, на стенах можно увидеть недовольство некоторых граждан. Налоги в Гристоле, видимо, весьма кусачие. Некоторые вот даже листовки, очерняющие честь королевы, печатать собираются. Слоняясь по улицам, я нашел лабораторию доктора Гальвани, в дом которого мы пробирались еще в первой части. Из его дневника можно узнать, что он поселился поближе к башне Даноула, ибо рядом с ней он чувствует себя безопаснее, нежели на прежнем месте, ибо за порядком следит сам Корва Атана. Но пистолет в сейфе на всякий случай все равно хранит. Далее мы отправляемся в Карнаку, родину Корва. Высаживаемся в порту, и первое, что мне попалось на глаза, это реклама зубной пасты, на которой почему-то изображен стражник. В рекламе говорится, что в состав пасты входит спирт из морских водорослей, которые способствуют омоложению зубов, что звучит довольно сомнительно, если честно. Слева висит свод правил по борьбе с трупными осами, что заполонили Карнаку, но свод этот почему-то отменен. Хотя, если брать во внимание, что автор этих правил Лука Абели, герцог Серконоса, которого аббатство не очень любит, судя по одной из записок, то эта отмена вполне понятна, хотя и очень глупа. Ребята из аббатства вообще видели последствия нашествия трупных ос, нет? Неподалеку лежит заколотый китобоями кит. Из его жира тут делают ворвань, ценный источник энергии и очень взрывоопасный, что неудивительно. Вы только посмотрите на эту жуткую морду. На территории форпоста смотрителей можно найти небольшую комнатку, заставленную свечами. Там на полу можно увидеть своеобразную Библию, в которой говорится о том, что чужое — это зло, и ему нужно противостоять. А на стенах вывешены таблички, каждая из которых гласит о конкретном запрете. Всего этих запретов 7, ну, типа 7 смертных грехов, ну, вы поняли. В соседней комнате лежит записка, в которой говорится, что достаточно знать хотя бы 3. Необузданный голод, рассеянный ум и беспокойные руки. Остальные 4 — это блуждающий взор, лживый язык, бродяжные ноги и распутная плоть. Впрочем, звучит как описание моей жизни. Фанатики из аббатства также развесили плакаты, призывающие скидываться им на постройку храма, не касаться ничего, что хоть как-то относится к промыслу чужого, и доносить о всех подозрительных деяниях. В одном из домов можно найти отрывок одного научного труда о музыке, где говорится, что весь мир пропитан вибрациями, которые едва ощутимы. Это древняя музыка, которая пронизывает все мироздание. Благодаря исследованиям была открыта гамма из 17 нот, которая основана на данном явлении, и с помощью которой можно оказывать влияние на возмущение бездны. Это то самое место, где живет чужой. И, кстати, продолжая тему музыки. Неподалеку от вокзала можно встретить двух уличных музыкантов, в чемодане у которых лежат бумажки с текстами песен. Одна из песен повествует о недавних событиях, когда свергли Эмили, а вторая про тяжкую долю моряка Китобоя. Гитарка, кстати, ничего такая, я бы поиграл на такой. А недалеко от уличных музыкантов висит приглашение на открытую дискуссию по поводу сбора средств для вдов и сирот-шахтеров, где люди рассказывают об ужасных условиях труда на шахтах. И на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии, это очень помогает в продвижении канала. Подписывайтесь в телеге и на твиче, все ссылки в описании. И до скорого, услышимся в следующем видео. Пока!